Здравствуйте, дорогие зрители! Вы готовы сегодня узнать, какие удивительные и пугающие события нас ждут с вами в ближайшие месяцы? Сегодня мы с вами поговорим о последних предсказаниях известных астрологов, это Пандита Самнатха и Абиги Ананда, которые раскроют нам, что же случится с августа по ноябрь 2024 года. Вас ждут шокирующие прогнозы о грядущих глобальных изменениях, которые могут перевернуть мировую политику, экономику и климат. События, о которых мы расскажем, способны изменить судьбы целых наций и оставить особый след в истории. Поэтому не пропустите ни секунды этого видео, чтобы быть готовыми к тому, что же нас ждет с вами в ближайшем будущем. Астрология навсегда привлекала внимание людей, которые стремятся заглянуть в будущее. И недавние предсказания известных астрологов Пандита Самнатха и Абиги Ананда обещают глобальные изменения, которые произойдут именно и в период с августа по ноябрь 2024 года. Эти прогнозы охватывают различные аспекты жизни, включая политику, экономику и экологические изменения. Давайте погрузимся в детали и выясним, что же нас ждет с вами в ближайшие месяцы. Итак, друзья, на небосводе сложилась поистине уникальная картина. Несколько планет выстроились в единую линию, образовав так называемый парад планет. Это редкое астрономическое событие, при котором планеты нашей Солнечной системы выстраиваются в одну линию относительно Земли. Происходит раз в несколько десятилетий и всегда привлекает внимание как астрономов, так и астрологов. Парад планет – это удивительное зрелище для наблюдателей на Земле. Во время этого события можно увидеть сразу несколько планет, что само по себе является редкостью. В то же время, с научной точки зрения, парад планет не имеет прямого влияния на Землю, но является важным для изучения динамики Солнечной системы и различных гравитационных взаимодействий между небесными телами. Парады планет всегда имели особое значение в истории человечества. В древности такие явления считались знаками от богов и воспринимались как предвестники великих перемен. Современные астрономы и астрологи продолжают изучать эти редкие события, чтобы понять их влияние на нашу планету и предсказать возможные последствия. Астрологи убеждены, что такая конфигурация планет влечет за собой масштабные перемены, при этом во всех областях нашей жизни. Они трактуют парад планет как символ наступления нового периода, предвещающего значительные изменения в политике, в экономике, в климате и даже в личной жизни людей. По их мнению, парады планет всегда совпадают с важными историческими событиями и влияют на судьбу народов и целых государств. Известные астрологи, такие как Пандит Самнатх и Абиги Ананд, предсказывают, что парад планет может вызвать глобальные изменения в мировой политике. Они утверждают, что это событие приведет к серьезным политическим потрясениям, особенно в странах, находящихся в зоне риска. А кто будет по их ему восприятию находится в зоне риска? Это Саудовская Аравия, это Турция, это Китай, Австралия и Северная Америка. Эти страны могут столкнуться с природными катаклизмами, наводнениями, извержениями вулканов и другими стихийными бедствиями. Экономисты также не остаются в стороне. Они изучают, как парад планет может повлиять на мировую экономику. И по мнению некоторых экспертов, это событие может вызвать изменения цен на ресурсы, колебания валютных курсов и возникновение новых экономических союзов. Астрологи утверждают, что нестабильность валют и кризисы могут стать реальностью в ближайшем будущем и рекомендуют готовиться к возможным экономическим потрясениям. Пандит Самнатх предупреждает о грядущих климатических изменениях, связанных с парадом планет. Он предсказывает мощные наводнения, землетрясения и извержения вулканов в различных регионах мира. Недавние наводнения в пустынных районах Объединенных Арабских Эмиратов стали первым тревожным сигналом. И здесь астролог утверждает, что вода может появиться в самых неожиданных местах, и людям следует быть готовыми к этому. Парад планет также может повлиять и на социальную сферу. Астрологи предсказывают, что это событие приведет к усилению социальных конфликтов, росту напряженности в обществе и появлению новых движений и протестов.
Они также отмечают, что возможны изменения в системе ценностей и мировоззрения людей, что приведет к глобальным трансформациям в социальной структуре общества. Согласно астрологическим прогнозам, планетарная конфигурация, включающая Марс, Луну и Меркурий, создает условия, при которых политические лидеры будут сталкиваться с множеством проблем. Марс символизирует энергию, активность и стремление к действиям. Луна – это эмоции и интуиция, а Меркурий – это коммуникация и деловая хватка. Совокупное влияние этих планет может затруднить принятие важных и верных решений, усиливая эмоциональные и импульсивные реакции, что приведет к политической нестабильности. Астрологи убеждены, что парад планет лишает политика возможности принимать взвешенные решения. Это может вызвать серьезные трудности на международной арене, усиливая конфликтность и создавая препятствия для дипломатических переговоров. Лидеры стран будут склонны к более резким и необдуманным действиям, что может привести к неожиданным последствиям и обострению международных конфликтов. Парад планет существенно повлияет на различные страны и регионы мира, создавая угрозы и вызовы, с которыми им придется столкнуться. Астрологи указывают на несколько геополитических зон риска, где влияние планетарной конфигурации будет особенно сильным. Первый – это Саудовская Аравия. Вы знаете, что Саудовская Аравия богата нефтью и обладает стратегическим положением на Ближнем Востоке, в то же время находится в зоне риска. Астрологи предсказывают, что страна может столкнуться с внутренними политическими потрясениями и внешними угрозами. Возможные конфликты с соседними государствами, а также экономические кризисы, вызванные изменениями на мировом рынке нефти. Следующая территория, регион, который затронет на период с августа по ноябрь, это Западная Европа. Государства Западной Европы также находятся под угрозой. Астрологи предсказывают, что этот регион может столкнуться с политической нестабильностью, вызванной ростом популистских движений и усилением социального напряжения. Возможны экономические проблемы, связанные с изменениями в глобальной торговле и энергетической политике. Далее Турция. Турция, расположенная на пересечении Европы и Азии, играет важную роль в региональной политике. Астрологи предупреждают, что страна может столкнуться с внутренними и внешними вызовами, включая политические конфликты, экономические трудности и природные катаклизмы. Возможны напряженные отношения с соседними государствами и усиление геополитической напряженности. Далее Китай. Как вы знаете, Китай обладает мощной экономикой и растущим влиянием на мировой арене, но, к сожалению, также находится под угрозой. Астрологи предсказывают, что страна может столкнуться с политическими и экономическими вызовами, вызванными изменениями в глобальной экономике и международной политике. Возможны внутренние конфликты и усиление давления со стороны других мировых держав. Далее Австралия. Австралия, которая обладает уникальной экосистемой и стратегическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также подвержена влиянию парада планет. Астрологи предупреждают о возможных природных катаклизмах, таких как наводнения, лесные пожары, а также о политической нестабильности и о экономических трудностях. Далее североамериканский континент. Весь североамериканский континент находится в зоне риска. Астрологи предсказывают, что США и Канада могут столкнуться с серьезными политическими и экономическими потрясениями. Возможны изменения в политическом руководстве, рост социальных конфликтов и усиление природных катаклизмов. Пандит Самнатх, известный индийский ведический астролог, часто делится своими предсказаниями, которые основываются на древних астрологических учениях. Его прогнозы на 2024 год включают мощнейшие катаклизмы, которые могут изменить судьбы миллионов людей. Пандит Самнатх предсказывает, что 2024 год станет периодом масштабных природных катаклизмов, такие как наводнения и извержения вулканов. По его словам, вода появится там, где ее не ожидают, затопляя безжизненные пустыни и обширные территории. Недавние наводнения в пустынных районах Объединенных Арабских Эмиратов подтверждают его слова. Астролог предупреждает, что стихийные бедствия могут продолжаться вплоть до апреля 2025 года, и людям следует быть готовыми к неожиданным изменениям природной среды.
Согласно прогнозам, наводнения затронут обширные территории, вынуждая людей спасаться бедствием и покидать свои дома. Эти катастрофы не только разрушат инфраструктуру, но и вызовут серьезные экономические проблемы, такие как затопленные районы потребуют значительных ресурсов для восстановления. Кроме того, пандит Самнат предсказывает активизацию вулканической деятельности. Извержения вулканов могут нанести огромный ущерб, вызывая не только разрушение близлежащих населенных пунктов, но и влияя на глобальный климат. Пепел и газы, выброшенные в атмосферу, могут вызвать понижение температуры, что приведет к аномальным погодным условиям уже по всему миру. Пандит Самнат также предрекает серьезные политические потрясения, которые могут кардинально изменить текущую мировую политическую сцену. Особенно это касается США, где предстоящие президентские выборы могут вызвать волны нестабильности и неопределенности. По прогнозам астролога, период с августа по ноябрь 2024 года станет решающим для США. Выборы президента могут привести к неожиданным результатам и значительным изменениям в политической структуре страны. Пандит Самнат предполагает, что победу может одержать не действующий президент, а новая фигура, возможно, женщина с индийскими корнями. Эта женщина может продолжить политику Байдена, но будет больше сосредоточена на решении внутренних проблем страны, что приведет к ослаблению текущих международных конфликтов. Кроме США, политические изменения ожидают и другие страны. Астролог предупреждает о возможных политических кризисах в Саудовской Аравии, в странах Западной Европы, Турции и Китае. Эти регионы могут столкнуться с внутренними конфликтами, сменой политических лидеров и усилением геополитической напряженности. Турция может, например, оказаться на грани серьезных перемен, включая изменения в ее международных альянсах и внутренней политике. Пандит Самнат также предсказывает и увеличение числа покушений на политических деятелей. Это может вызвать дестабилизацию в ряде стран и привести к непредсказуемым последствиям на международной арене. 2025 год станет для России непростым, но в то же время он ознаменуется важными изменениями. Пандит Самнат предсказывает, что Россия столкнется с серьезными вызовами, но благодаря внутренней сплоченности и решительности сможет преодолеть трудности. Астролог указывает на возможность природных катаклизмов в России, таких как наводнения и землетрясения. Эти стихийные бедствия могут вызвать значительный ущерб инфраструктуре и потребовать значительных ресурсов для восстановления. Однако, по словам Пандита Самнатха, Россия сможет справиться с этими вызовами благодаря своим природным ресурсам и организованности населения. Пандит Самнат также предсказывает и важные политические изменения в России. В 2025 году страна может столкнуться с внутренними конфликтами и политической нестабильностью, вызванной экономическими трудностями и внешним давлением. Однако астролог уверен, что Россия сможет преодолеть эти трудности и выйти из кризиса более сильной и сплоченной. Ожидаются также изменения и в международной политике России. Астролог предсказывает, что Россия будет играть ключевую роль в разрешении международных конфликтов и укреплении глобальной безопасности. Благодаря своим дипломатическим усилиям и экономическим возможностям, Россия сможет усилить свое влияние на международной арене и добиться значительных успехов в укреплении мирного сотрудничества между странами. В заключение прогнозы Пандита Самнатха предупреждают о серьезных вызовах и изменениях, которые ожидают мир в ближайшие годы. Эти предсказания подчеркивают важность готовности к неожиданным событиям и необходимости сохранять устойчивость и решительность перед лицом глобальных изменений. Пандит Самнат, известный своими точными предсказаниями, предупреждает и о серьезных экологических изменениях, которые могут произойти в ближайшие годы. Его прогнозы включают появление воды там, где мы привыкли видеть безжизненные пустыни, что может кардинально изменить экосистемы и ландшафты этих регионов. Согласно его предсказаниям, ожидаются наводнения в пустынных районах, которые будут вызывать разрушения и вынуждать, соответственно, местное население к миграции. Это явление особенно заметным будет в тех регионах, которые ранее считались засушливыми и неблагоприятными для проживания. Наводнения приведут к изменениям в растительном и животном мире, способствуя появлению новых видов и исчезновению старых.
Примером этого могут служить недавние наводнения в пустынных районах Объединенных Арабских Эмиратов. Эти события стали первым тревожным сигналом, подтверждающим прогнозы пандита Сомнатха. По его словам, подобные катаклизмы будут продолжаться и еще усиливаться, охватывая все больше территорий и причиняя все больше ущерб. Экологические изменения будут иметь далеко идущие последствия. Они могут повлиять на сельское хозяйство, водные ресурсы и даже на здоровье населения. Воздействие воды на ранее засушливые регионы может привести к эрозии почв, загрязнению водоемов и распространению болезней, которые связаны с водой. Недавний парад планет, согласно астрологическим трактовкам, может быть связан и с изменениями в климате. Астрологи считают, что такое расположение небесных тел усиливает влияние планет на Землю, вызывая не только природные катаклизмы, но и долговременные климатические изменения. Недавние наводнения в пустынных районах Объединенных Арабских Эмиратов – это лишь первый тревожный сигнал. И эти катастрофы могут стать предвестниками уже более серьезных изменений в глобальной климатической системе. Повышение уровня моря, изменение течений и другие климатические аномалии могут стать следствием подобных астрономических явлений. Астрологи утверждают, что конфигурация планет в период парада создает энергетические потоки, которые могут влиять на земные процессы. Это включает не только наводнения, но и землетрясения, извержения вулканов и ураганы. Комбинация таких факторов может вызвать цепную реакцию, приводящую к катастрофическим изменениям в климате. Кроме того, эти климатические катастрофы могут усугубить существующие экологические проблемы. Изменение климата может вызвать усиление погодных аномалий, такие как засухи и сильные морозы, что в свою очередь повлияет на урожайность и доступность продовольствия. Это создаст дополнительное давление на экономику и социальные системы стран, вынуждая их адаптироваться к новым условиям. Парад планет также может усилить и глобальное потепление. Астрологи предсказывают, что комбинация энергетических потоков и природных явлений может ускорить процессы таяния ледников и повышения уровня мирового океана. Это приведет к затоплению прибрежных территорий и миграции большого количества людей, создавая новые вызовы для мирового сообщества. Экологические и климатические изменения, предсказанные пандитом Сомнатхом, подчеркивают важность готовности к глобальным вызовам. Мир должен быть готов к неожиданным природным катастрофам и изменениям климата, которые могут кардинально изменить нашу жизнь. Но это требует не только научного и технического подхода, но и международного сотрудничества и осознания необходимости сохранения нашей планеты. А Бигья Ананд, 18-летний индийский пророк, уже несколько лет привлекает внимание своими пророчествами, которые нередко находят отражение в реальных событиях. Ананд предсказывает значительные экономические перемены для России и рассматривает возможность прекращения противостояния между Россией и Украиной. Ананд утверждает, что в ближайшие годы Россия может столкнуться с рядом изменений, которые затронут ее экономику и валюту. Он призывает россиян обратить внимание на цифровой рубль, который, по его мнению, будет иметь долгосрочные перспективы. Однако он также предупреждает о возможных рисках, связанных с кибербезопасностью цифровой валюты в ближайшие 2 года. Несмотря на эти риски, Ананд уверен, что концепция цифрового рубля окажется жизнеспособной, и люди постепенно начнут ее принимать. Кроме того, Ананд считает, что в ближайшие месяцы возможно прекращение противостояния между Россией и Украиной. Тем не менее, он предупреждает, что через несколько лет конфликт может вспыхнуть с новой силой. По его словам, это временный мир даст странам передышку для подготовки к новым вызовам, которые могут возникнуть уже в будущем. А Бигья Ананд также предостерегает о возможных новых конфликтах, которые могут вспыхнуть в различных регионах мира. Он сравнивает грядущий период с событиями 64-65 годов, утверждая, что человечество вступает в непростой период, полный испытаний и трудностей. Однако он убежден, что все испытания в конечном итоге приведут только к благоприятному исходу.
Ананд акцентирует внимание на Азии, особенно подчеркивая серьезные проблемы, которые ожидают Пакистан. Он предостерегает соседние государства, сравнивая раненого и разъяренного котенка с довольным тигром, намекая на то, что первый зачастую опаснее второго. Этот образ символизирует потенциальную опасность, исходящую от Пакистана, и призывает соседние страны быть бдительными и готовыми к возможным конфликтам. Климатические изменения и их воздействие на регионы также являются важной частью прогнозов Ананда. Он предсказывает, что изменения в климате могут привести к усилению наводнений и других стихийных бедствий, что потребует от стран большей готовности и адаптации к новым условиям. Конкретные детали относительно этих прогнозов Ананд пока не предоставляет, продолжая работать над установлением конкретики своих видений. В заключение, мнения экспертов, таких как Пандит Самнат и Абигья Ананд, подчеркивает важность готовности к глобальным изменениям и вызовам. Их предсказания призывают мировое сообщество к осознанию необходимости сотрудничества и подготовки к неожиданным природным и политическим катастрофам. Внимание к этим прогнозам и их анализ может помочь странам и народам лучше понять грядущие события и в то же время принять меры для минимизации их негативных последствий. Друзья, благодарим, что досмотрели это видео до конца. Мы надеемся, что вам было интересно и полезно узнать о предсказаниях Пандита Самнатха и Абигьи Ананда. Парад планет и грядущие изменения, о которых говорили астрологи, могут оказать огромное влияние на каждого из нас и на наш мир. Помните, что знание – это сила, и быть подготовленными к будущим событиям важно для каждого из нас. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки, чтобы не пропустить новые видео с интересными и полезными предсказаниями. Оставляйте свои комментарии и делитесь своими мыслями о том, что вы узнали сегодня. А также делитесь этим видео с друзьями и близкими, чтобы они тоже были в курсе грядущих изменений. До новых встреч, и пусть звезды всегда будут с вами и ведут вас только к светлому будущему.